Первые проверки начались с 9 утра в восточном районе Владимира. Такого масштабного ремонта дворовых территорий в нашем городе еще не было. Только в этом году преобразилось 60 дворов. Выполнен капремонт дорог, установлены детские и гимнастические площадки, спортивные тренажеры, появились заборы вдоль палисадников. А для безопасности подрастающего поколения детские площадки отгородили от мест парковки автомобилей. Один из самых качественных ремонтов, по мнению принимающей стороны, выполнен во дворе дома 3Б по улице Комиссарова. И сами жители безмерно благодарны, что их двор включили в эту программу. Даже во время ремонтных работ они активно помогали строителям. Ну а жители помогали, вот дети мне помогали, и мусор вытаскивали, и с ребятами разговаривали, и показывали, конечно, где что. То есть я хочу сказать, даже дети приняли активное участие. Это очень хорошо, когда дети они так сами радовались, тут все. Еще один объект, отремонтированный по программе формирования комфортной городской среды, двор у дома 197Б по улице Добросельской. Здесь также установили полный комплект спортивных и детских площадок, облагородили придомовые клумбы. Но главная радость для местных жителей – новые тротуары и дорожное покрытие. Капитального ремонта не было ни разу. Если я не ошибаюсь, был лет 7 назад, наверное, ямочный ремонт. Опять же, за счет ТСЖ сами подвозили крошку асфальтовую, вот ремонтировали и все. А капитального ремонта никогда не было. Несмотря на общую положительную оценку, глава администрации Андрей Шохин принимать двор у подрядной организации отказался. Первая причина в том, что вода медленно уходит с проезжей части и образует большие лужи. Кроме того, детская зона никак не отделена от проезжей части и парковки. Смотрите, замечательные площадки, которые идут на группу домов, но машины... Но не должны быть. То есть детская зона должна быть безопасной. Поэтому ограждение детской зоны должно было быть по периметру полностью сделано. Все остальное здесь я вижу, что сделано так же качественно и хорошо. А вот зона безопасности, то, что сейчас уделяем самое большое внимание, этого нету. Андрей Станиславович дал подрядчику неделю на то, чтобы все нарушения были устранены. Напомню, что все 60 домов попали в программу при условии софинансирования со стороны жителей. Общественники уверены, что таким образом жители будут ответственнее относиться к новым объектам. Тем временем уже на будущий год на участие в программе подано более 300 заявок. А жители понимают, что это в первую очередь делается для них, на их деньги, это их имущество, потому что передается им на баланс. И мы видим, что вот у нас уже пошла тенденция, то есть при подаче новых протоколов на следующий 2018 год, то есть жители сообщают, что они готовы больше софинансировать, если как бы город скажет, что в этом случае будет приоритет для попадания в программу там на более ранние сроки. Программа рассчитана на 5 лет. В следующем году на ее реализацию в Владимирской области выделят не менее 500 миллионов рублей. А по тем объектам, которые сдаются в этом году, проверки продолжатся. Последняя приемка запланирована на 9 сентября. Кирилл Ужегов, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».